Кстати, говорят, что если у вас есть вот такая вот красная кнопка подписки, то ваш учебный год начнется с двоек, поэтому тыкните на нее и сделайте серой. Тогда это проклятие вас обойдет. Ну и тыкни на этот колокольчик, тогда 1 сентября ты получишь свою первую пятерку прямо в дневник. Всем привет, у микрофона Веля. Это видео я записываю экстренно. Вчера я выложил скриншот правил ранговых игр в своей группе ВКонтакте. Прочитав комментарии, я понял, что многие люди вообще не понимают, что за правила, как они работают и какие наказания могут последовать тем, кто эти правила нарушает. Очень часто читаю в комментариях: «Веля, где можно дешево открывать кейсы с крутыми скинами стендов 2?» Своим бро я всегда советую сайт standdrop.com, ведь там всегда дешевые кейсы, крутые скины и быстрый вывод призов на ваш аккаунт. На standdrop.com есть даже мой именной кейс. Также там много других игр на ваш вкус. А еще у меня есть для вас промокод, который увеличит ваш первый депозит в 2 раза. Промокод и ссылка на сайт в описании. Давайте по порядку. Перед началом ранговых игр идет калибровка, то есть вы играете 5 матчей с абсолютно разными по скиллу игроками. По истечении 5 игр вам выдается ваш начальный ранг. Он может быть бронза, может быть серебро или выше. Дальше вы поднимаете ранг уже с игроками своего ранга. Самый горячий пункт. Игрок, покинувший игру до конца матча, получает бан. Сразу говорю, не пугайтесь, не бан в игре. Бан вы получите только в ранговых играх, и то временный. После последующих ливов в ранговых матчах срок бана увеличивается. У многих стоял вопрос: а что если у меня разрядился телефон, почему я получу бан? В этом состоит прелесть ранговых игр. Вы должны максимально серьезно относиться к играм на ранг. Перед игрой проверить, готовы ли вы все это время находиться в игре, полный ли у вас заряд батарей, не отвлекут ли вас и так далее. Смотря на жалобные комментарии, я сразу понял: пацаны, даю вам лайфхак. После выхода ранговых игр в бету сразу калибруемся и доходим хотя бы до серебра. Там вас ждет комфортная игра. Игроки на бронзе будут постоянно кошмарить друг друга постоянными ливами. С каждым днем обновление 0.11.0 все ближе и ближе. Осталось совсем недолго. Не забудь про лайк, комментарий, подписку с колокольчиком. У микрофона был Веля, увидимся в следующих роликах.